наш батлрайтик любимый. Посоветуй, где деки посмотреть, игнорчик. Hearthpwn.com. Самый свежак там. Так. Напоминаю, что сейчас проходит Хэллоуин в батлрайте, и купить игрульку можно подешевше, а потом она вообще будет ФТП. Вот. Так, где у нас там? Бедный... Так, Лима, вижу. Keep Silence, ты будешь катать? Не забыл получить сразу маунта... Пока не забыл получить сразу маунта рейзерского. Слушай, на самом деле у меня есть уже более хорошие маунты, чем рейзерский. Я, если буду делать, то потом. Потом в свободное время. Ты знаешь, что такое Вердел Янкович? Ну, какой-то музыкальный исполнитель, какой, точно не помню. Так, Пенни Лим пишет, что я могу собрать людей. Хочешь, я буду, я могу собирать народ, а ты с Пенникой катать. Так, а Пенник все, готов здесь? Если хочешь, я не против. Так, Пенник, 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 Пенник. Пенник вообще даже не в онлайне. Так, давайте, ребята, в керс, керс, керс. Он будет на Близконе, у меня песенки забавные. Подешевшая, у меня чуть сердце не остановило. Так подожди, подешевшая это как бы разговорная. Че ты как маленький-то? Так, звоним, звоним Лиму. Лим, собирай нас пока в конфе. Бедный Максон, думал, ты думаешь, что я действительно не знаю, как пишется слово подешевшая? Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Так, все, все в сборе. Keep Silence. Приготовься перезаходить в игру. Сходу записывай Q1ER на катосик с самым бомбовым стримером. Не-не-не, ожидайте, ожидайте. Сначала мы разыграемся, потом будем собирать. Так, ладно, давай сразу рейтинговые. Ребят, пошли, все. Делики все сделали, делики все сделали. Просто идем разбиваем им щи. Всем. Всем бежим, бежим разбивать щи. Все, мы пришли сегодня попить чайку и надрать пару задниц. Как видите, чаек мы уже попили. Ну так жми рейди. А, все, да, вижу. А, ладно, там в гугле пишут, надо ли дефис ставить. В смысле, в гугле пишут, надо ли дефис ставить? Не понял. Я... А, я понял, типа, ты еще можешь принять, что люди в гугле пишут, как бы, можно или в каком-то слове писать дефис. А подешевше тебя убило, да? О, повезло. Улим себе коня с рейзера урвал. Теперь будет понтоваться. Я понял. Да. Типа подешевле. Ага, я понял, все. Так, два дабл контроль. Ох ты, Петрик, по двоим. Гасим его. Хорошо. Отлично. Давай, умирай уже, гадина.
Хорошо. Так, все. За патета. Кагасупик всего. Что за конь новый модный, как получить можно ли... Можно ли было? Мой конь, моего коня я одного сегодня даже разыграю. А зеленый конь, это можно за рейзер получить. Там надо Battle Ride Razer вводить и гуглить, что там, как там, чему там делать. Смени игрули на Твиче. Сменить игру на Твиче. Разве не сменил? Проверю. А то у меня там... А, я дан не нажал. Да, борода случилась. Сосики, сосики, сосики. Так, пацанова, гасим. Это будет красивая победа. Сказал я и получил... О, ну, кстати, и зато и сам дал по двоим. Так, что-то борода какая-то. Ой, хороший стил. Окей. Так, что у нас тут? Так, отлично. Я как бы поставил, встал в Петрик, но при этом при всем хорошо этот посадил. Тыря центр. Собаки-бабаки. Сейчас, кстати, будет ульта, да. Что я ударил не туда. А, это наша. Вау, я ульту не заюзал, я такой олень. Рип! Да. Что-то не вышло. Так, а здесь что? Орбит. Потеет, потеет. Сегодня очень записываешь? Да, записываю. Борода. Борода, ну тут да, тут тяжела жестуха была. Блин, какая у него понтовая пуха. Тут они элитные. Так, хорошо. Все, у меня теперь супер билд. Вау, нифига себе, стелс, с Deadly Focus Snipe. Ладно, все, я не буду играть как Грачила, я буду играть как хороший игрок. Давайте, друзья, давайте не обосремся, пацаны, это будет красивая победа. Хорошо. Подбежала. Давайте, наверное, они там резидятся по полной. Я предлагаю вообще центр отыграть. Все, уже пошел. Хорошо. Хороший петрифай. Так, хорошо. Угу. Союзник убит, что-то борода какая-то. Давай хотя бы эту добиваем. Бороду сделал. Хорошо, отойди. Угу. Боже, как неприятно. Ну все, у тебя должно быть кухонно, нету. Все, хорошо. Ух, хорошо, в чем смысл игры? Дать по жопе. Дать по жопе врагам. Так запишешь тогда, пока не объявил старт сбора. Скоро будет, скоро будет. Сначала мы поигрируем. Я сейчас не брошу все, не возьму ручку бумажку, не начну вас всех записывать. Ибо я ленивый жопошник. Жопошник. Хорошо. Потейка, потейка.
Игрулька запотейка. Так, хорошо. Хорошо. Ой, Петрик пошел. Ну, что-то я не попал, ну, бас. Что-то я не попал по Петрику, а Петрик был так хорош. О, блин. Давайте-ка заберем, ребят. Это наша, да, наша? Господи, что же он вытащен-то был? Хорошо, засадомировали. Где у нас вражеский? Отлично, законтролили и разбили. Он битый, просто караул. Ой, хороший. Пытаемся. Угу, опа, я сальность получил. Хорошо. Ой, по Петрифаю еще попали. Давайте центр сюда заберем. О, господи, какая плохая огня. Потеем, друзья, хорош. Вот она здесь где-то. Или тут. Я потерял ее. Сколько сегодня стрим? Часиков до 10, до 11. Как-то так. Где эта подлая подлость? Какая она убегаторная. Хорошо играешь. Недавно начал играть в нее. Есть какие-нибудь советы? Делай много, братан. Делай много. Играть надо... Играть надо много. Даже к одному персонажу надо привыкать. Даже к одному персонажу надо привыкать. Игра очень хардкорная. Это тебе не вечерком раскинуть картишки, чтобы расслабиться после рабочего дня. Это тебе надо запотеть. Не будешь потеть, не будешь выигрывать. Просто жуткая квинтэссенция. Квинтэссенция соревновательной игрульки просто. Опять стример лагает. В основном случае на ГГ. У кого еще на ГГ лагает стрим, ребят? Потому что такой фигни быть не должно. Вроде бы. Так. Здорово, братан. Так, того пацаны признали, короче, что он не годен в армейку, поэтому долго не приходил. Не ты давай, не расстраивайся. Какого того пацана? Нет лагов. Хорошо. Кстати, зеленый шлейф от Razer Mount неплохой. Ага, понятно. Блин, я что-то ничего не делаю. Центр. Ай, хорошо. Опа, опа, опа. Наверное, немножко отступлю, а то у меня что-то борода вся. Борода в глине. Хорошо. Борода. Что-то я фигово отыграл. Сори, ребят. Что-то я вначале наполучал. Что-то я начал. Здесь есть мод 1 на 1. А ты можешь ЦГ вроде как 1 на 1 создать. Да, есть один.
Что-то я, короче, наверное, ЛКЛ в начале игры и что-то продал нас всех. XFEBI95XY. No. No, 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 you are not. А чё он не попадает ничем? Это перс такой специальный? Иди давай отсюда, не попадает ничем. Иди вот давай. Покажи мне скиллуху Battle Ride. Установим, и тебе покажешь мне, какой ты скилл базит. Тут, кстати, есть и Генджи, и Спирмастер. Здесь каждый персонаж как Генджи сложный. Вообще офигеешь. Хотя, подожди, Генджи две кнопки. Как же ты запарил, чувак. Ой, попал в меня, вот говнючок. Даже этот вышел из инги. Так, хорошо. Нате вам, говнючки. Не попал стеной, не успел, зараза. Отлично, центр забрали хотя бы. Хорошо, этому не уб... Гуть. Что-то я сделал фигню какую-то. Хорошо. Хорошо. Я в Петрике, отлично. Так, Синблейда у него сейчас лечиться будет посудный демон. Хорошо. Битый ранит. Да иди давай в ад. Дайте ей по голове настучать. Хорошо. Игрик не игрик, не и, а уи не и, это уай. Да. Ну, я забыл совсем. Совсем старый стал. Что, у меня практики нет? Что ты умный такой? Что, сам дофига native English speaker, что ли, или что? Жопоед какой, а неприятный. Поглядите, еще и умничать сидит. Шокирован просто. Кстати, агрессия грота билд на самом деле у Ганнера. Renew. Подождите, что за билд вообще непонятный? Ой, хорошо. Союзник убить Сириус, окей. Чё-то не то случилось, да, походу? Блин, он снайпуха, это просто трындец. Снайпуха, это просто он делает выстрел, кухан выстрел, вниз заходит выстрел. Он, короче, беззащитный, на самом деле, во многом. Ганнер-то, на Ганнера-то можно и присесть, ребят. Давай Лим попробуем его раздолбить. Серьезно, у него билд отвратительный. Он делает правую кнопку, там в инвиз заходит правую кнопку, за это так наказывать надо. А нам мастера убивают. Ну что, может на разогрев после каточки ключанский на игрулю? Может быть, если ты себя хорошо вел, только, конечно. Another one bites the dust. Так, это вот... Петрик попытаемся вскрыть хотя бы. Ну вот, класс. У стены. Да, она открылась просто продана. Главное, выживи сейчас. Бежим спасать. Отлично. Ранит в аду. Это была дебилизмище от меня был. Ой, хронофлюкс у меня весь. Господи, я такой нубас. Еще попал. Я такой нубас. Спасите дебила. Какой же я дебил, господи, боже мой.
Я просто так наловил там в один прекрасный момент. Я просто всего себя отдал. Где он там? Это здесь. Слева. Право. Что, право и лево в критической ситуации путаем? Надеюсь, ты на права. Не идешь получать, умник! Ладно, шучу, конечно. Так, надо все скиллы в пустоту кидать, да? Да, конечно. Это герой такой с пассивкой на автособирание плюшек. Так, какие... Снайдарты, секунду, это какие... Как, в смысле, какие плюшки я собрал? Плюшки от врагов-то? Это да. Ой, как нехорошо вышло. Так нехорошо вышло. Так, а мы что не га... Ага. Да блинский, достало до меня. Ну что ж такое-то? Опять 25. Пошел стил даже еще. Пошла вторая ульта. Какая жесть. Мы кого-нибудь убиваем? Нет, мы не бьем того, кого надо бить. Это ошибка рыбка. Здесь еще и хронофлюкс. Полная фигня. Ой, что-то это было звучно. Голд Нова, так она только началась. Моим трансляциям 3 года, и паблы ВКонтакте, это паблы ВКонтакте, а не аудитория игры. То есть это совершенно не то же самое. Ну, не заходят люди и чего. Они же на другое уповают, на другое уповают. На другое уповают. Йоу. Они уповают на другое. На что-то, братан, иное. Рэп — это мое каное. Я в нем плыву и не ною. Ой, господи, простите, друзья. Я больше не буду, простите. Простите, все. Все. Больше не буду. Ключик на игру. Ключик на игру полетел на экран, ребята. Без одной цифры. Да ладно, согласитесь, это был почти ATL. Может быть, даже Эминем. Это мой рэп. Когда на Versus? Versus для пусиков, потому что там все заготовки. Вот это был настоящий экспромт. Слабенький, зато от души. Почему-то захотелось испражниться. Коса не ужас. Ладно, это было забавно, да ладно тебе. Так, Деспарадо бил ту Ганнера, его, наверное, убивать. Так, это борода случилась. Давай я, она ушла от них. Да, хорошо, я внизу там контролюсь. Ну, если так можно сказать, конечно. Тут промахнулся всем говнишком. Забираю центр, хорошо. Все, булворк. Ой, как попало по нам, неприятно.
Битые прям жуть вообще. Бакко тоже битый, просто трындец. Пытаемся его дожать. Бакко дожимаемый. Хорошо, сейчас будет по нам вспышка. Блин, какой неприятная женщина. Я очень битый. Угу, я восканул. Обе битые, с обеими играть можно. Лучше по Ганнеру. Воу, минус. Keep silence, жесть. Вау, взяли и отдали. Какая боль. Воу, как все было хорошо и как все стало плохо. Палома, падла, меня дожала, я должен был отступить. О, какой же я олень. Ладно, сейчас у меня билд здесь пошел. У меня переписка на Павлос ВК, это показатель того, что ты реально заинтересован в игре. Нет, это реально показатель того, что ты реально хомяк. Не забывай о том, что Facebook. Это же... Хорошо. Воу, блинк аут. Хотя бы щелк успел сделать. Так, полома, да, здесь? Угу, понятно. Я похилю, сейчас прибегу. Давайте центр тогда заберу, ребят. Старайтесь не умереть. Заберу нам все просто. Почему я так плохо все сделал? Хорошо. Хорошо, убежал. Опа. Вас убили. Подо мной ульта полная. Что-то я сегодня вяленький. Все сидят, обузят один дух из-за, я что, всех героев золотых делаю? Ну, так в смысле, это нормально. Как и надо. У меня несколько героев уже десятых. Ашка, конечно, мой мейн, но она просто у меня из этого. Так, мы опять проиграли по одному и тому же сценарию, ребят. Я не знаю как, но мы что-то какую-то бороду делаем. Ну, я опять же ошибся там же. Я не хотел умирать, на самом деле, я хотел раздамажить. Но в лидерах продаж в Стиме в топ-10, хотя и недолго. Какие нафиг ВК, если Steam говорит, что ее покупают? Это, кстати, еще здорово. У нее она только запрягает. Она только запрягает. Хоть бы Станлоки, на самом деле. Станлоки Battleriot во многом убили сами. Battleriot был гениальной игрой. У нее была просто дерьмовая монетизация. Вот, если Станлоки в этот раз таких ошибок, какие были в Батлрайте, не допустят, и будут ее развивать. Немножко доработают инфрагментс, немножко там, немножко тут. Будет очень здорово. Очень здорово. Потому что пока что в игру очень приятно играть, выглядело восхитительно. Хорошо, полома в Петрике. Хорошо. Так, я, кажется, лошу, да? Ребят, я снова отступил, соберу нам все. Все подарки, наверное. Отлично, полома нет, это самое прекрасное, что может быть вообще в нашей жизни. Блин, Сириуса слили. Так, битый Бакко наверху. И ульта у меня 50%, молодец. Да жесть, этот билд отвратительнейший просто. Хорошо.
Помнишь, да, где 50% ульты висит? Ой, молодец, какое попадание. Я не помню. Справа, 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 справа. Красиво. Красиво. Красиво, молодца. Так, у нас по русской комьюнити, у нас у русских в фейсбуке, которые сидят регулярно, ты навряд ли сможешь найти еще человека, который в Battle Royale играет сложно. А, да, блин, ну да, игра только запрягает. Если с ней все сделают грамотно, а сейчас пока что они делают хорошо. Делают хорошо, делают, скажем так, последние геймдизайнерские решения от Blizzard я воспринимаю не с таким позитивом, как вот это вот, как геймдизайнерские решения Battle Royale. Вот. Если они сделают все хорошо и дальше, то Battle Royale хорошее будущее. Она свою нишу точно займет. И игра интересная. Хорошо. Одна джейд. Да. Вижу, стараюсь. Палома. Молодца. Хорошо скрылись, а вот только... Палома, кстати, опять убиваемая. Ага. В нее ульдаю. Молодца. Сейчас будет иды, скорее всего, скоро. Так, надо как-то спасти Сириуса. Пошел вон. Не... Это что за говнилово? Иди отсюда. Фух, хорошо. Хорошо. При этом Авер подрубил Battle Royale. Будешь с ним сегодня катать? Да, я ему вчера написал, что хотел бы сыграть 2 на 2. Вот, но у нас сегодня 3. У нас сегодня 3, и я, наверное... чуть попозже ему напишу. Мне же надо еще сегодня Пенник с Пенником поиграть. Где Пенник? Пенник играет. Играет? Хорошо, надо еще Пенника будет подрубить. Да! 6. Как я не люблю получать то, что не мое, ребят. Просто по инвизу отработал идеально. Хорошо. Я пошел, наверное, на захил плюс воровство центра. У меня ульта целая. Какой же я Василий, господи, боже мой. Какой я... О, боже. В смысле, нет. Ну, голд нова. Тут такая ситуация, что... Блин, я, пацаны, просто сори продал. Просто сори продал. Продал пацанов, да, в агонию, пипец. Просто... Keep Silence покинул группу. Да, вчерашняя беда. Понятно. Господи, Иисусе. Иисусе. Что ж я делаю-то? Голднова, смотри, да, если они сделают штуку, смотри, как им надо сделать? То есть как в Доте. По-моему. Короче, они повторили монетизацию старого Лола. Я не знаю, как в Лоле сейчас, но ребята уже давным-давно избалованные, их легко на ФТП не развести. Если ты посадишь игру, включишь игру, где чувакам надо будет донатить просто, чтобы играть нормально, то есть ты просто залочишь определенное количество. Жмем ряди, ребят. Определенное количество персонажей. Ты обречешь игру на провал. Она хардкорная.
у нее всегда будет низкая аудитория. Такая же, как потому что в нее будут играть только хардкорчики. Это потные комрады. Ну вот, но как бы чтобы игра была популярной, чтобы потные комрады потихонечку подтягивались, надо, чтобы подтягивались и обычные плебисы. То есть, как бы вот так вот подтягивается 10 плебисов в игру. Из них один, может быть, станет таким более-менее сидящим и со временем может перерастить в потного комрада, который будет как бы там на турниры ходить, очень сильно потеть, тем самым поднимая авторитет игры в глазах других пацанов. Все будут пацаны хотеть, ой, как хотим стать таким же, как этот потный комрад. Вот. И игра станет популярной. Ахаха, дота не потная? Дота потная, но дота совершенно по-другому, дота куда менее потная, чем эта игра. В доте ты нажал на оппонента, например, спайки кидать, да, и спайки кинутся в сторону оппонента. Твой герой подбежит на расстояние, на котором он может кинуть эти спайки, потом их так туда, ровно туда кинет. Там нету скиллшотов, ты не должен наводить, попадать в людей. Само собой, оппонент может уйти. И глубина доты очень велика, это очень серьезная игра. Очень комплексная, никто на это даже не претендует. Но с точки зрения управления и игры на днищенском уровне, дота достаточно тривиальная игрушка. Ты управляешь одним персонажем. Вот я как бывший варкрафтер, как бы первым делом над дотой варкрафтеры смеялись по поводу того, что как бы в варкрафте тебе надо управлять армией, а дота это игрушка на базе варкрафта, где тебе надо управлять одним персонажем. Ну и само собой, что же в этом сложного? Это, конечно, не помешало доте взлететь, потому что такое мнение о варкрафтерах, кто такие варкрафтеры? Сейчас это вообще никто о них не знает. Там два хила танк, вот это бит. Давайте тогда вруба этого убьем просто и все. Так, я центр забираю, ребят. Батлрайт будет ФТП? Да, Батлрайт будет ФТП. Только они как бы неправильно понимают концепцию ФТП. Не делайте игру ФТП, если вы хотите потом залочить персонажей. Это точно не сработает. Это не сработало в первый раз и не сработает второй раз, ребят. Это я вам точно говорю. Надеюсь, они понимают, что так делать нельзя. Ты пьян? Хорош. А StarCraft тяжелее? В смысле, а ты запусти StarCraft. Одна игра может быть тяжелее другой. Вот можешь запустить там, я не знаю, игру сладкие бабочки на лугах, а после этого запустить его на безебоше. Я вот, например, на легком уровне сложности его на безебоше пройти не могу. Ну, а, платформеры не мое, б, я имбецил. Я ничего с этим поделать не могу. О, come at me. Его же опять же гасим, ребят. В болото. Не надо его в Петрик кидать. Хотя, ладно, может быть и стоит. Так, центр, ребят, наш. А! Хорошо, забрали центр. Хорошо. Invulnerable. Хорошо. Так это уже какой у нас левел? Второй? Второй, значит, у меня еще пока что эрка не работает. Неприятнейшество. Просто ваша не... Хорошо. Я выбрал не платформу, а фангейм так-то, Саш. Хрен его знает. Я, в общем, не могу в управление. У меня пальцы болят после 7 часов его на безебоша. Единственная моя сильная сторона, которая позволяет мне играть в его на безебоша, это... Я огнеупорен. Я могу отсидеть 10 тысяч траев на одном боссе и не сгореть.
Ну, само собой, подпекать будет, но я не сгорю. А вот... В Dota это, как правило, 30-40 потного фарма уже в конце файта. Я тебе говорю просто про геймплей. Понимаешь, есть игры, в которых... Понимаешь, вот представляешь себе кваку третью. Когда ты заходишь в кваку третью, ты банально... Вот просто сейчас можешь зайти на... Quick Life, клиент, качается в браузерная игра, можно сказать. Качаешь, начинаешь играть. Сыграй там с первым рандомным рядовым чуваком. Он тебя уделает как бог черепаху. И скорость игры жуткая, и попадать будет тяжело, и карты надо знать. В общем, чтобы играть хоть как-то, надо дофига всего. Здесь игрок, у которого есть 1 час опыта, уже в разы больше, чем... В разы круче, чем игрок, у которого нет этого опыта. Кажется, что это везде, везде и всегда, да, но как бы должен быть какой-то старт. Упс. Чё-то борода какая-то. Слушай, а мы делаем, ребят, не по стратегии. Давайте-ка по стратегии. У нас есть Бако, который идет с нами на сближение каждый раз. Вот его, короче, убиваем. Подставившихся или идущего на сближение Бака. Сейчас у нас, конечно, уже полома тут убиваемая. Господи, что за борода вышла? Забирай центр. Давай-ка доберем. Да, спасибо. Да блин, а что ж ты будешь делать-то? Полома, иди отсюда. Полома меня бесит. Петрифай сбили, полому сбили. Хорошо. Что-то всех побили, кроме этого. Так, хорошо. Хорошо, разбили. Вспомни игру, где ты на Сонике засрал на 3 часа, да? Так это она и есть, мы про нее и говорим. Чем-то напоминает Torchlight. Рисовкой, наверное. У Torchlight тоже такая размашистая рисовка. Но здесь рисовка, конечно, покруче. Одна из самых, кстати, важных параметров этой игры должна быть именно ее рисовка. Должна реально очень эпически и очень круто выглядеть. Она сейчас выглядит куда лучше, чем оригинальный Bloodline. Вообще в разы лучше. Вот. Но мне кажется, что им еще есть над чем работать. Потому что, судя по всему, Stunlock Studios это как бы такая студия, которая... Ну, у них очень своеобразные, если вы заметите, концепты арт-дизайнеры. То есть, я не знаю, как это правильно сказать, но как бы во многом лор и дизайн вот этой игры, он взят из Bloodline. Просто поставлен на более крутой графический движок. Это очень здорово, очень-очень здорово. Но мне кажется, что на этом же движке можно сделать игру, чтобы она выглядела чуть более эпичнее. Эпичные замесы, куча всего происходящего на экране, это всегда очень здорово. Особенно, когда все, что ты видишь, это этот экран, и больше ничего не происходит. Если перевести игру под рисовку Борде, она будет топовая. Она будет схематичнее и информативнее, потому что там будут более четкие линии, ты будешь больше понимать. И, кстати, хотелось бы отметить, что Bloodline 1 Champions во многом был таким, такой, во многом с выделениями, и был такой бордовый. Ну, не бордовый в плане цвета, а похож на Borderlands. Вот. Здесь как бы есть еще какие-то такие визуальные косяки, которые немножко, ну, сфейливают эффект. Да, все эти мультяшные игры экономят на движке, выглядит это все нелепый спам светяшек. Не, ну понимаешь, это как бы должно. Вот здесь, как бы, понимаешь, вот, например, вы видели, как играется вулкан. Это сначала голубой воет, потом просто выходят... Можно, короче, сделать это куда визуально более круто. Сыграешь сегодня с Абвером? Наверное, да, наверное, сыграем. Чуть попозже. Мне надо еще с Пенником сыграть, а Пенник вообще где-то находится. Подождите, ребята, это не те же самые чуваки, с которыми мы играли? Да, это те же самые, ребят. Те самые, которые мы по итогу не выиграли, к сожалению, где я зафейлил третью катку. О, мне шанс реабилитироваться появился.
Так, ребят, центр забираем. Центр я разбил. Как борода случилась. Отлично. Отлично. Теперь главное, никто не должен сдохнуть. А, это я сдох первый. Великолепно. Кто-то, никто не должен сдохнуть, и я умираю сразу на этой фразе. Великолепно, ребят. Очень хорошая игра от меня. Игра смотрится не как шутер. Безумие. Отличная игра. Ой, молодца. И помпу вы дождете. Красавчики. Сейчас бы вдвоем стать пульту помпы. Это какой-то аутодотан, сори. Ауто в смысле аутистичный? В смысле, лол. Вау, братан. Вот это да. Вот это... гораздо сложнее, чем Дота. Она, господи, это... Вау. Тут факт, что здесь нету макросоставляющей игры из-за разряда «тебе надо сломать трон, и это твоя цель игры». Хотелось бы отметить, да, как бы, что может быть аутистичнее цели, чем сломать трон, который находится на пригорке, у которого бараки. Да, ну ладно, хорошо, мы об этом обсуждать не будем. Экспавнятся крипы просто без конца, и как дебилы бегут друг на друга. Ну ладно, мы вот это трогать, не, мы не будем трогать святое, да. Мы понимаем, что Dota и Mobalike игры это для многих очень важная штука. В Dota все очень просто и тривиально. Попадать ничем не надо, а билок у тебя в лучшем случае 4. Есть, конечно, всякие инвокеры, где надо квесить, ваксить, экзортить. Но это редкий случай. В остальном у тебя достаточно аутистичный персонаж, который делает аутистичное комбо, как правило. Здесь у тебя как минимум мобилки, которые тебе надо сжать практически все ПКД, иначе ты не докручиваешь вэлью. Так, культ у меня есть. Так, хорошо. Да, тут даже не отвлечься особо. В доте такая же интенсивность замеса начинается только тогда, когда появляется 5 на 5. И то она во многом достигается именно того факта, что у тебя тут 5 игроков с одной стороны и 5 игроков с другой. Так, а у нас что там по товарищам-то? Мне кажется, что меня убивают. Нет, Dota сложнее. Dota сложнее как игра, но не сложнее в качестве геймплея. Лично мне напоминает по динамике, напоминает Rocket League. Ха. Динамика здесь безумная просто. Подскажи, что лучше пытаться вести ключ с экрана, или же ждать ФТП и закупить игру? Ну, в смысле, а это... не совсем параллельные процессы. Я, короче, зафейлил, пока болтал. Мы затягиваем игру, этого нельзя делать. Палома просто перехилит наш дамаг. Думаешь, в этом дело? Думаешь, в этом дело? Посмотри на эффективность, 800. Не, ну она просто молодец, да, она хорошо все играет. Да, в смысле, мы просто чуть больше ошибаемся, мне кажется. Мне кажется, если мы не будем затягивать, ну тут дело не в совсем затяжке, дело в том, как реализовывается наша агрессия. Сейчас бы первые слова все прочитать. Нет, Dota сложнее, но сравнивать некорректно. Тут просто бьешься без фарма и контроля карты. Так в смысле, здесь квинтэссенция Dota. Dota, знаешь ли, по сути тоже завязана на именно тимфайтах, на том, как это все делаешь. Контроль карты это здорово, глобально они помогают тебе решить, куда тебе бежать и что тебе сделать. Здесь понятно, что контроль карты только один, как бы, точечки на карте. Бака что-то умирает. Стараюсь полому откинуть и гоним, наверное, дальше по бака. Хорошо. Хорошо. Так, добиваю бака. Стараюсь. Хорошо.
Здесь тяжел и хардкорен просто сам геймплей. Здесь три чувака за игру делают, как правило, нажимают больше кнопок и больше реакции, ну, реакшн-шотов и всего-всего-всего-всего, чем... Блин, ладно, реально, действительно, вот что правда, то правда. Здесь как бы... Здесь как минимум есть скиллшоты. Скиллшоты есть и в доте. Например, там, я не знаю, Элдер Титан, да, ему надо выпустить чувака, этим чуваком дойти и топнуть по определенным чувакам. Здесь все, что ты делаешь, это скиллшоты. Посмотрел бы ты, как ты про микроконтроль мипа поговорил. Братан, я в StarCraft играл. Посмотри, как старкрафтеры контролят, и что они делают, и как они это делают. И твой микроконтроль мипа уже очень быстро отдыхать идет. Во-первых, во-вторых, один герой не показатель того, что происходит. Здесь реально вот как бы завязано на том, что все скиллшоты. Все скиллшоты. Ты мажешь скиллшотом, ты просто придаешь команду к чертям собачьим. Так, отлично, забрали. Так, хорошо. Я скоро, дайте я желтые шарики сверху заберу. Так, что у нас там? Фак, вот это я предал. Хорошо сыграли. Да, Бака давай пожучим. На помпу-то чихать, а вот Бака хорош. Хорошо, не разбиваю Петрик. Хотя нет, разбиваю. Что-то помпа решила отдаться мне. Хорошо. Помпа там битая, прибитая, просто трындец. Нате вам двоим, хорош! Какая грязь в боулинг просто поиграна. На тебе вот еще вот это собери. Хорош. Говори лучше не ты мажешь скиллшотом, а придаю и придаешь Тиму, а я мажу скиллшотом и придаю Тиму. Так правильнее. По поводу БР полностью согласен. Игра убер хардкорная, потому что за 3 минуты происходит столько же движа, сколько за весь матч в доте. На хард... не хардкорщике, delete game. Интенсивность, да, действительно лютая. Она этим и хороша, это как бы... Ну как бы, блин, знаете, есть люди, которые в Team Fortress любят играть за скаута и только скаута, или, за, или например, Overwatch только за трейсер или за гензи, то есть как бы любят бегать такие, просто в жопу ужален. Ужаленные. Или, например, только аркадные и микро-хардкорные стратегии в StarCraft 2. Вот если вам это нравится, нравится просто, когда происходит куча всякого говна. Вот, вот Battle Royale, обязательно пощупайте. Если вам нравится размеренный фарм по 40 минут, который ничем особо не отличается от прожающего бегемота, то, конечно же, Dota. Ха-ха! Ладно, ладно, ребят. Dota замечательная игра. Я сам в нее играл. Можно сказать, даже вот, может быть, когда-нибудь, когда Максимка перестанет на меня дуться за то, что я шуса поношу, ну как поношу, шучу на шуса, вот, он меня с собой в дотку возьмет, но, увы, ах. Пока Battle Royale. Вот как бы, если вот что мне, вот, например, нравится, если вы посмотрите приближенно, как бы, блин, вот граф... В этой игре графоуни, по-моему, очень важен. Я бы вот, короче... Это, кстати, те же самые ребята? О, не, ну, это... А, это мы с ними играли уже, они сюда поменяли. Как бы я бы подтянул немножко графоуни. Вот реально подтянул. Пусть игра жрет больше. Пусть игра жрет больше. Современные игры, на самом деле, жрут до хрена. Современные игры жрут до хрена, и не надо выпускать игру, которая, типа, адаптирована на все PC. По-моему, это бред. А чем тебе нравится Шуст? Шуст крутой. Так, что-то на харба сели. Вот это они сперли. Хорошо. Прервали ульту. Одну из. Да, и Сэма пытаемся дожать. Ну,
На тебе. Молодца. Молодца, хорош. Пожалуйста, попади. Фак. Хорошо, забрали этого чувака. Отойди. Молодца. Фух, хорош, пацаны. Резетаем и убиваем его. Фух. О, отлично. Отличный резет. Качественный резет, пацанова. Че у него там за статы? У него снаряд освещает себе свинку, чистящего урона 20, получаем исцеление 20. Господи, Санрайз, ё красота. Вот тебе Санрайз, братан. Наличие активных предметов утяжеляет дотку, но батлера тяжелее. Да, активные предметы, это очень здорово, кстати, в доте мне очень нравится. Есть персонажи в доте, за которых надо контролить, прям просто обосрамс. Вот один инвокер, я на самом деле на инвокере отыграл, наверное, в своей жизни катки 3. И хочу отметить, что как бы ничего глубже, чем пытаться экзортом попасть кому-то по голове, я не сделал. Ну, как бы я попадал, потому что, ну, это вот такой крутой веселый скиллшот. Но, в общем и целом, как бы, всякие вот эти дэнди-комбо, конечно же, у меня не получались. Не могешь кнопки нажимать? Инвокер же изи. Нет, ну не знаю, нет, не думаю, что изи. С инвокера как минимум много надо знать. Надо как бы помнить свои спылы как минимум. Ну, Тюнкерочек очень последовательно все делает. У тебя очень быстро мышечная память набегает на то, как ты это все жмешь. Ты пешишься сюда, работаешь, фармишь и т.д. и т.п. Блин, лошарики. Как просрать. Хорош! Попробую попасть. Не попал. Так, здесь я зафейлил. Так, это вражеская, да? Хорошо. Дайте добить спирмастера! Теперь этого дурачка. Не хочу ничего жрать, на тебе в ответку. Какие они нервные. На инвокере нужна, да, наверное. Инвокер, безусловно, очень крутой. Что по ключам? Дэнди, говна кусок. Miracle Combo, ты хотел сказать. Ну да, Miracle Combo. Там какое-то что-то поднять ветерками. Кинуть кометку, поднять ветерками, сделать EMP, что-то там такое. А, дорогие друзья, ключик на маунта. Только, блин, Лимику не говорите, пожалуйста, то он... А, он уже все забрал. Ключик на маунта пошел на экран. Ой, да не нужен это, но... Ой, все, развыпендривался. До этого катки мне заливало, фукашил, пока ключ пивал, а теперь все. На файтах в доте можно просто избежать файтов, отыграть от ротации. Попробуй от ротации поиграй. Ну, некоторые персонажи... Да, в смысле, попробуй поиграй. Это... Братан, что ты пытаешься мне сказать? Что? Серьезно, вот давай. Твоя позиция. Я лошара, я получаю очень много. И предаю нас всех. Простите, пацаны. Спасибо, мама, ты родила сына. Да отстань ты от меня со своим сайленсом. Какая же это жесть, друзья. Так, я резету. Пытаюсь резетнуть. Ядри, там два рута, это полная жесть. Фак, я предал пацанов. Какой же я олень. Miracle, это, короче, топ-1 ВВ. Я не знаю, кто это такой Miracle. Первый раз. Воу, хапа, спасибо, наслаждайся. Любишь ты свой луч, братан. Также я считаю, что очень важно в БЛЧ вот эту вот фазу переигрывания просто ускорить. То есть как бы она нужна для того, чтобы продавать скины и т.д. и т.п., но лучше они сделают ее в конце мощную, типа как они покажут, как они там типа повыпендриваются, большие пальцы покажут, а то у них только позы. Этого мало. Да, они должны там типа...
Ну, 9К ММР, ну как-то так, в смысле 9К ММР. У чуваков там в топе мира 9 тысяч какой-то у чувака может быть. Отлично. Петрик встал. Надо же было раздамажить дурачка, а потом в Петрик встать. Хорошо, пацаны встали, давайте. Хорошо, по троим саданул, друзья. Петрик попытаюсь контролить. Законтролили Петрик, господи, еще по двоим. Боже, безумие творится. Безумие творится. Хорошо. Прости, предал. Нет, задамажит нас здесь. Стараюсь убить Ганнера дожать. Счет борода какая-то. Валю. Сос. Какая жесть. Как же они нас убивают? Мне жопа. Собака, как же я все сделал хорошо-то. Боже, как мы проиграли это. О боже, 800 урона. Ой. Какая боль. А ты для Лала каждый раз в правую обилку тыкаешь? Что значит правая обилка для Лала? Какая правая? В смысле правую кнопку? Мою раскастовку? Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что я ее отменяю или что? Фак, ладно, все, у меня теперь... Я теперь под финальный талант у меня очень сильный. Dota level up, level up by item, you died, you win. Перед тем, как кидать фаербол, поставь перед собой свинку, вэлью теряешь. Это я знаю, знаю. Хорошо, она здесь. Просто шикардосно. Я в Петрике. Ой, как я плохо встал. Господи, что я делаю, мать его? Фак! Собака, какая же это жесть! Просто он 38 мне саданул, да это полная басранс. Пацаны меня ненавидят, пацаны. Ну ты вначале, ну это как бы раскастовочка такая. Типа попади всеми тремя, значит ты разогрет. Пацаны меня ненавидят. Хотя Петриком он как попадает. Ой, молодца. Но попытайтесь, наверное, Астра, ребята, дожать. Хотя он вас по этим прогонит. Лично Петрик пошел. Ой, боже, какая боль. И минус ему, вы. Господи, это какая боль. Я просто потыпышнулся вниз к Лиму и получил Аспермастера на 48. Как же я сыграл, как грачило, господи, я поставил тупорылую стену, попытался ее реализовать. Какой же я олень. О май гад. Наверное, для Лала. Да для Лала, конечно. Fuck my life. Просто предал пацанов. Да ты уже здесь у карточки ты вначале тыкаешь, сука, самую правую. У меня аж саму уже шутка не мила, гей. А! Все, типа, я всегда тыкаю одну и ту же карточку. Тогда у меня один и тот же билд. Бывает билд у Ашки контрольный на Ешку. Он сейчас не такой сильный, как Siren Blade билд. И его надо юзать только если там у врагов три этих. Я даже этими штуками не попадаю. Так, Кипсайленс. Го гантельга за мисплеи. Да иди ты! Тут в каждой игре я у всех по много мисплеев. Между прочим, была одна игра, да, Лимик?
Ладно, ладно, я просто. А что? Все. Какая игра? Знает кошка, чье мясо съела. Так. Ну, там был один. Ну, как бы в последних двух катках я зафейлил. Как грачило. Нет, подожди, в последней катке я зафейлил как грачило. В предпоследней Лим зафейлил как грачило. Вообще, я больше зафейлил как грачило. Я очень агрессивно часто играю и могу оказаться на инстинктах. И могу оказаться в очень плохом месте без всего. Очень часто так делаю. О, вот это да. Копасик. Сикер олень. Угу. Резетаем файт и все. 2 в 3 убиваем. Там дринька сейчас скоро будет. Они центр забрали за сикера. Как же вы запарили. Господи, подожди, а чё я? Чё я такой битый, ребят? Я чё-то пошел отсюда. Я понял, что я тут зафидунить могу. Имейте в виду, у них там... Похиль меня, плизики, я не хочу умирать. Забил, да, на меня? Понятно. Ну ладно, я понимаю, я дерьмово сыграл. Но все-таки сикера я убил. Хорошо. Так, ключи от маунтов или самой игры? И игры, и маунтов раздаем. У нас сегодня не так много ключей, как вчера. Мне кажется, будет как в свое время с Лолом. Хомячки будут играть дотку, также за бугорные активно пилить контент про видео. Если мы говорим так, в принципе, онлайн должно хватать всегда. Все же набрать 6 человек, тем более гораздо проще, чем хотелось бы видеть что-то вроде режим хаоса, как в Rocket League 5 на 5. Ну, как бы здесь будут популярные варианты 1-1, 2-2, 3-3. Я не знаю, почему не добавили 5-5 и батлграунды, хотя я бы это сделал. Батлграунды хорошие, с дейликами на них, и все, и люди играют. Вот. Но, видимо, пока что просто еще не доделано, не допилено. Ядрить я грачила, опять зафейлил. Так. Проделало что-то все у меня. Господи, да что же я творю? Потерял, кстати, очень много хп уже. Центр у нас сперли. Дринька пошла. Хорошо. Отличная комбо, Лим. Всегда стараюсь. Мне жопеня. Нет, не жопеня, хорошо. Теперь жопеня. А много они со старой игры еще не принесли, как скоро свежак пилить будут? Смотри, в старой игре были трейты. Как в Лоле, ты, то есть, как бы у тебя есть прибилды, билды типа у дамагеров, у агильных дамагеров. Кто-то быстрее бегает, кто-то больше дамажит. Они, то есть, как бы такое своеобразное полет фантазии. Вот, они особо сильно не решали, но давали там минорные проценты, которые само собой решали. Также были талисманы. Талисманы, которых сейчас в игре нету. Который я бы на самом деле ввел. Я не вижу смысла, потому что это своеобразная оптимизация до боя. Вот, и само собой их все платными делать нельзя. Вот. Вот, все это должно быть бесплатное и полностью забалансенное. Да что ж ты будешь делать-то? Вау, класс! Что я делаю? Отствали от меня! Спасите, пацаны! А, подожди, ты в Лим меня стрелял, а не враг. Все в порядке. Пока, братан, зачем ж ты... Ой, какая везуха! Господи Иисусе!
Хорошо, раздамажили. Через стеночку получилось. Мне, кстати, жопенька скоро. Просто наверху сделаю. Нет, не сделаю. Зачем ты берешь скилл плюс фаербол плюс инка, если ты им не пользуешься? Сейчас пользовался. Ты не должен, как дебил, каждый раз брать, сжать его и пытаться его посадить. Это идиотия. Когда можешь, тогда пользуешься, когда не можешь, не пользуешься. Лол, а что это за фигня, я не понял, ребят, мы что, проигрываем? То есть мы остались 3 в 2 и проигрываем сейчас 2-1? 2-1? Окей. Бывает. Окей. Тут что-то, когда стример по ХС играет БР, а в чатике обсуждает ЛТД. А ЛТД что такое? Может, с нами Лимик покатает? А что, в смысле, что ты имеешь в виду? Кто это сказал? Поверу, я не знаю, что он хочет. Я дебил. Ну, девочка совсем печальная. Он твой любимый билд с фаерболами зарешал. Ребят, я залошил. Мне жопа. Спасибо. Спасибо, пацаны. Обожаю вас. Ха-ха, сожрал ульту говнаря. А вот это законтришь? Хитрый хитрец. Реакцию игра, конечно, дикая в этом плане. 2705 возьмете? Сомневаюсь, что мы берем именно ЛТД. Это карта варика жанра Tower Defense, где вместо башенок ты стримишь, ты строишь клифов. А, да, я такой играю. Опытный игрок на фрей вообще никакой. ЛТД, все, я не понял просто, про какой ЛТД вы говорите. Я не подумал, что вы хотите, что вы говорите реально про тот ЛТД, который я сначала подумал. Как вы могли съехать в обсуждение карты варики. Но хотя, в принципе, дота, карта варика, карт пот, теперь карту варики обсуждать. Ой, я отключил инвайт. Keep Silence. Снова включил. А что за дела-то, я подключаю его. Разыграй кот на лошадь. Здравствуй, Спектр 1994. Ага, ты уже не сап, а я тебе еще ничего не отослал. Ну хорошо, значит, себе оставлю, конечно же. Угу. Как хитро я придумал, а? Как хитро и забавно получается. Неплохо. Здравствуй, Спектр. Конечно. Здорово. Чё-то Пенник не спешит играть. Пенник не хочет? Где Пенник? Да, молчит, нигде не пишет. Ой, кося, говорит Спектр. Пошел к на маунта ключ, дорогие друзья. Пшеня в этом наборе людей в ключе есть. Так, сикербака полома. А, блин. Сикербака полома, окей. Ой, ты не один? Нет, тут. Пацан, ты не бойся, когда ты один, бойся, когда ты ноль. Миша Маваши. 25-17, правильный рэпчик. Простите. Скажи, когда на игру будет. Конечно, будет скоро. Скоро когда. Пенни! Сикербако. Лома.
Бака особо не получает, а Петрик получает. Хорошо. Палома занимается фигней. Они так вяло резерят, на самом деле. Хорошо. Хорошо. Мне жопа. Так что это 1-1. Палому лучше добивать. Селим битый, уже давным-давно пора. Угу, хорошо. Резетните, ребят, резетните. Отличный резет. Отличный резет. Лиму нужна помощь. Класс. Просто класс, если Лойс. Может, начнем с подписанами? Не знаю, не знаю. Все, кэп, все оформили? А почему я не вижу? А чего я не вижу? Ребята. Пенник сидит в Герсе, ждет готов. Пенник сидит в Герсе, ждет готов, красавчик. Тем временем, Спектр 1994 подписался второй месяц кряду. Спасибо тебе большое, Спектр, вот тебе Бруфист. И обнимашки, сейчас мои ученики тебе тоже покидают Бруфистов. Ребята, покидайте Спектра Бруфистов. Пенник сидит в Герсе, ждет, хорошо, Лим, давай мы тогда... Кто, Keep Silence, ты как, настроен еще игрировать? Я думаю, что... Че, давай я пойду отдохну. Ты хочешь отдохнуть? Просто если ты хочешь, то мы пустим тебя отдыхать. Да, в конце на пару каточек еще зайду, если место будет. Окей, хорошо. Ладно, давай. Давай. Я думаю, я уйду, пойду собирать народ в лобби. О, нифига ты, какую крутую тему хочешь предложить. Ну ты же не любишь все это. Да, так я ее не люблю, она просто отвратительное говно. Вау, 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 пацаны, я сфейлил. Я ухожу вниз. Ой, блин, я сказал, что подставил, короче, Keep Silence. Так давайте центр хотя бы заберем. Так, девочка пошла вон отсюда. Пытаюсь поработать, помочь тебе. Хорошая Mozilla. Firefox. Когда третий нет, это второй раунд. Значит, таланта у меня еще нужного нету. Чтобы сделать раздамаг. Хорошо. Ульта есть. Я пошел делать хорошо ульту. Хорошо, по бака, 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 убиваемый. Максимка, ты знаешь, что такое бака? Бака это дурак по-японски. Не-не, прости, по-самурайски я хотел сказать. Вот он хитрый шупил. Что-то давайте закончим это. Ну так вообще мы не против, друг. Давай ты уже закончишь, действительно. Так, Пеньку сразу добавь в Кюрсетский. Сразу, прям сейчас можно. Какая-то Razer, которую нужно не ставить, логинить, чтобы код получить. Да, 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 да. Razer просто свою. Он сказал, что пойдет в ВВ уже, так что нет. Он сказал, что пойдет в ВВ уже? Ну, 9 часов, да, пошел. Подожди, а что значит 9 часов, да, пошел? Что за дела? У него типа ВВ по расписанию? Ну, видимо, у него там братишки в это время свободны. Блинский магнитофон, Пенник, такой ты папоед. Так, где он? Так, напишу ему. Какого фига? Господи. Ты, я так понимаю, лучник сейчас слабый. Мне не нравится, мне не нравится. Только надо правильно говорить лукарь. Лукарь. Что за лучник? Это сейчас что за слово такое? Как подешевше. Угу.
Что делает мой оппонент, я не знаю. Но я очень много здесь тварю грязи. Хорошо попали. Ой, хорошо. Девочка, девочка, хорошо. Пофигу. Хе-хе-хе, развел красиво. С какого диалога начать общение с девушкой в интернете, учитывая, что девочка сейчас считает себя очень уникальными и особенными? Ты такая уникальная и особенная, можно я тебе засажу? Что? Что? В смысле, всегда так надо делать? Ой, ребят, ничего без меня не можете. Последние тысячи когда? Лучший игрок раунда, погляди. Да, ребят. Кстати, а что такое Тамблер? Кто мне расскажет? Я слышал, что это какая-то хрень, типа какого-то какой-то соцсети, где люди просто ищут с кем бы переспать. Это правда или нет? Нужны знающие люди. Так, поехали. Так. Вум-пум-пум-пум-пум-пум. Блин, борода. Просрал 25 энергии, товарищи. Баку давай как-нибудь отзонируем куда-нибудь. Угу. Хорошая, стар. Ой, какой стар. Закрывай у нас. Хорош, просто хорош. Хорош. Хорошо. Не Тамблер, а Тиндер, то, о чем ты говоришь. А, Тиндер и Тамблер я перепутал. Ну ты не фак, конечно, не знаешь, что такое Тамблер. Слушай, да я никогда во всех этих соцсетях ничем таком не сижу. Я в ВК-то зашел только потому, что можно было. Так, Keep Silence, ты отдыхать хочешь? Ты хочешь отдыхать? Хорошо, иди, конечно, отдыхать. Что мы тебя мучить-то будем? Это пофигу. У нас с нами, конечно, не идет. Спасибо за игру. Пожалуйста. С нами, конечно, не идет играть Пэник, но как бы мы хотя хотел вчера с Авером. Привет. Привет. Вы готовы? Вы готовы к 2 на 2? Бложек для гипсоты, никакого секса. Созики, созики, да, простите. Будут ключи, да. Написал Аверу, Авер походу пока не готов. Ну точнее он в игре, так что я сомневаюсь, что они ответят нам пока что. Блин, Пэник, у Пэника рейд-тайм, вот же дожили вообще. У Пэника реально рейд-тайм в эту игру. Обалдеть, в Overwatch. Ладно, жамкой тогда 2 на 2. Поехали. Хотя давай жамкой пока 2 на 2 мы пока сыграем. Я пока ищется, соберу, пособираю с чатиком загатируем. Переруби только на 2 на 2. И поехали. Так, дорогие друзья, буду собирать патьку, чтобы мы могли поиграть чатиком. Так, эта штука что вообще работает? Нет, не работает. У меня есть ручка. Итак. Ищу, жду только никнеймы. Все, кто хотят играть, должны добавиться ко мне в друзья. Сами мой никнейм Хапа. Это первое. Второе. Даете свой внутриигровой никнейм. Писать меня возьми бессмысленно, глупо, вас скорее всего заигнорят. Никнейм в чат. Опыч. Опыч пошел.
Опыч. Малфи с двумя L. И S. Лев-злев. Эмфи. Эмфи. Давай не будем Wolf GTT, мне кажется, он не заслужил. Да, Wolf GTT, конечно же, не будем. Так, это первая четверка готова. Значит, вторая это Асмодеус. Асмодеус. Так, поехали. Там Астра плюс Намат, окей. Таю снесли. Так, пытаюсь тебя продать, но не получилось, братан, прости. Ха-ха, нифига, он, оказывается, кидать что-то умеет. Великолепная игра. Вот этот вот. Ты тоже пытаешься себя продать, мне нравится. Мы с тобой как две половинки одного целого. Так, значит, скиперочек. 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 Пако 03, Пако. 0321 и Ремми. Пока что. Готово 8 игроков. С ними и сыграем. Все, кто ниже вот этих ребят, а пока что подождите, когда соберем следующие четверки, вас доберем, пока не добираем. Так. Тем временем тогда давайте, тогда знаете, что сделаем? Давайте, чтобы вы не расстраивались, вот он ключик на маунта. На ключик на маунта без цифры. Оп. На экранчик пошел. Упс, у нас уже замесик, бегу. Так, ребята уже в центр заняли. Хорошо. Борода вышла. Так, перли энергию. Так, что-то я думаю, что уже ульта есть. Да, ульта теперь точно есть, братан. Бойся, сейчас уже борода пойдет. Так, молодца, well played. Хорошо. Да как так-то? Иди отсюда. Хорошо. Молодца, Лим. Да дай ты игру уже. Игнорчик, ты проклятый, написал третий, а ты проигнорил. Прости, братан. Жди голднова. Игнорчик, ты проклятый, собака. Так, фаербол билд пошел. Блин, конечно. Ладно, на самом деле мне единицей почаще пользоваться. Спирфайром очень грязная тема.
Так, давай-ка я штампаную их тогда. А почему я не могу две? А, она две стоит, нифига себе. Я думаю, почему я не пользуюсь. Да, она стоит пол батона. Нафиг, 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 я не буду за пол батона Pure Fire покупать. Это, конечно, здорово очень. Когда, это как бы вариант, когда ты думаешь, что ты умрешь, не успеешь дожить до ульты. А если можешь дожить до ульты... О, Лёшка тут. Лёшка тут. Так, поехали. Поехали, сыграем.